Алло. Алло, Михаил, добрый день. Добрый день, Павел. Как меня слышно? Отлично. Отлично, супер. Как у вас Так, настроение? сейчас, секунду, у меня наушники что-то отключили. Сейчас. Алло. Алло, Ну Павел. ладно, давайте так, что-то почему-то. А, вот. Алло, да, я здесь. Все, Да, получилось. настроили, да? Сейчас наушники. Да. Отлично, Павел. Спасибо, что согласились записать отзыв. Михаил, для вас все, что хотите. Спасибо большое. Приятно слышать. Давайте вы расскажите вкратце, пожалуйста, с чем вы ко мне обратились, пришли? Да, я себе даже тут пометил в заметках, чтобы ничего не забыть особо. Смотрите, я обратился с тем, что у меня была тревога, такая депрессия была, ангедония своего рода, да, и мы с вами вот в рамках 5 консультаций разбирались с этой историей всей. Так, что у вас сейчас после 5 наших встреч? Смотрите, из неочевидного у меня вообще на самом деле очень много лет была проблема с челюстью. У меня утром не открывался рот, бывало, что заедал просто. Я думал, что это я там на тренировке, на боксе, мне там где-то ударили, и что-то там у меня повреждено. Как мы с вами закончили работать, вот сколько уже, недели две, наверное, да, прошло. Да. Ни разу у меня не было никаких проблем вот, с заживлением челюсти. А у меня было так, что я прямо просыпаюсь, а я не могу рот открыть, как будто бы мне штырь в правую челюсть ставили. Понимаете? Да. Вот, может быть, это какая-то была психосоматика, возможно, то есть она ушла. Ну, спазм определенный, да. Да, то есть я думал, что у меня там что-то какие-то проблемы прям. Ну, настроение, естественно, улучшилось гораздо, депрессивные мысли прошли, ну, вообще полностью. Ушла прокрастинация у меня была, я вообще не связывал это с депрессией, просто думал, что я вот ленивый, да. Такое ощущение, как вот я себя чувствую сейчас, как будто бы вот мне не 33, а как мне 20 лет вот было. Что я просыпался, там мне интересно, я что-то делаю, занимаюсь, у меня энергии много, по работе у меня улучшились там результаты, желание что-то делать, там новое постоянно что-то придумываю, тревога полностью ушла, и вообще как-то проще жить стало, как будто бы перестал там подстраиваться под кого-то, на что-то обращать внимание, на какие-то манипуляции со стороны людей, общества, ну как бы иду просто своей дорогой, и то, что там вокруг, если меня это не касается, то я на это даже вообще больше не реагирую никак. Вот. Супер. Ну, поделитесь, пожалуйста, Павел, вот конструкция семьи, ваши родители, в общих чертах, чтобы люди понимали, которые будут слушать отзыв, что с какими семьями, с какими родителями ко мне приходят клиенты? Вот мама, опишите немного, и папа, вот какие они у вас? Мама, она у меня такой инфантильный человек, которая пыталась меня полностью всякие проблемы вымышленные загружать, и чтобы я их постоянно там решал, реагировал, как-то переживал. В общем, такая тревожная, жертвенная, и Удочерилась, вот да, к вам? да, удочерялась. Отец алкоголик, нарцисс такой, наверное, своеобразный алкаш, просто, ну, как бы, Тоже ну, инфантильный. просто, да, инфантильный алкаш, который ростом во вседозволенности, соответственно, там в детстве и маму бил, там, и гонял, и мы там от него убегали, там, и так далее. Ну, в общем, такой козлина, да? Ну, вот такая вот конструкция семьи. Да. Ну, повезло только то, что мы там, ну, в детстве маме хватило ума уйти от него, единственное. Плюс и все. А так вот. В общем. Да, И вот эта да. вот тревога ее, она на мне отражалась. Я все время переживал, по каким. Я с детства переживал, что она там у меня умрет, не знаю, лет 7. А оказывается, я думал, что все дети так переживают по этому поводу. Я вот так пообщался с друзьями, знакомыми, никто об этом вообще не думает. А у меня вот с детства постоянно загружали какие-то проблемы, какие-то, что мама болеет, мама то, мама все, хотя все нормально. Не расстраивай маму, не подводи маму, Да, не да, 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 пугай да, да, да. маму. Будь хорошим мальчиком. Да. Ну, тогда, Павел, поделитесь, пожалуйста, как вы считаете,
методика, вообще вот мой подход, он рабочий? Он рабочий очень. Я вообще до этого раза три или четыре к психологам обращался, и это было просто какая-то, не знаю, это как вот, к примеру, сходить на настоящий профессиональный массаж, да, на хороший, либо ты пришел, и тебе просто погладили одной левой, там вообще просто не трогая вообще никакие зоны, ничего, просто какая-то, ну, непонятно кто. И точно так же там. То есть просто пришел, поболтал, непонятно, что поспрашивали, ни в детство, никуда, ни что, ни маму, ни папу не обсуждали, просто, а что у вас? Я говорю, вот так, а так. Они говорят, ага, и как вы это чувствуете? И что будем с этим делать? И я думаю, ну, я же к вам пришел, да, и может, вы мне расскажете, что с этим делать. Вот, и тем, кто думает, сомневается, я тоже, я долго смотрел, там, что-то подписан там на Михаила был, смотрел, и вот самое лучшее, что вы можете сделать, это записаться хотя бы на бесплатную консультацию, где вам уже многое что расскажут вообще о вас, о вашей ситуации, о вашей проблеме, и вы уже тогда поймете, что стоит оно того или нет, и вообще это все, ну, окупается вообще своим здоровьем, настроением, да, ну, жизнь спасается, можно сказать. Так что те, кто думают, записывайтесь на бесплатную консультацию обязательно, пообщайтесь, и пока это стоит относительно недорого, я думаю, что это будет в дальнейшем гораздо дороже стоить. Так что вот такая рекомендация тем, кто слушает этот отзыв. Супер, спасибо вам большое, Павел. Да, это очень ценно, это очень важно. Верят всегда голосам именно вашим, голосам клиентов, да. Спасибо, спасибо еще раз. Значит, вам устойчивости, стабильности, продолжать в том же духе. Спасибо. Психогигиена, и если будут какие-то там проблемы, вопросы, откаты, всегда для вас на связи. Хорошо. Да. Спасибо, Михаил. Огромное спасибо, Хорошего хорошего дня, жму руку и на связи. вам. Вам тоже спасибо большое, взаимно. Всего доброго. Всего доброго.